То есть своих должно выбрать. Конечно. Какая же разница? Кому нужнее? Я смотрю, Хендер кобеля выставляет, значит, наверное, кобелю важнее всего. Становится владельцем кобеля. Нет, юниорово выставляет владелец. Ну, я говорю, сейчас я... А, ну, вот я сейчас говорю, кобелю я даду. То, что Хендер кобеля кого тащит на данный момент. Это уже кобель, правильно? Мне вообще покупка нравится шутка, но покупка... Такой рост кобеля у вас нормально, да, считается? Какой? Вот такой вот. Спасибо большое. Ну, не очень высокий. Высокий? То есть, сколько видел Кадыбова, такого это больше уже набор массы. Да, да, вот в ту сторону пошло. Размерами, габаритами. Я стафист, как бы, поэтому, ну, анатомически понятно. Ну, просто размер собаки. Промедленно. Не, ну мы как бы знали, на что шли, поэтому так красиво претензии. Это у вас ЧК? ЧК? Это у нас, да, чемпионат клуба. Поэтому так и собак мало, у нас половина пишется. Не, у нас, слава богу, у нас, слава богу, хоть национальный футбол держит штабку, но они не водят национальку, поэтому выигрывают честно. Ну, нормально. У нас по 100 с лишним собак, мы собаки часто выиграют, поэтому... Но у нас, знаешь, что выиграл, то честная победа. А если я постоянно стою, смотрю в шоке. Шур-шур-шур, такая, оп, да-да-да. Выиграла та собачка, которая ей нужна. Там она на нее девушку свалит с первого места, потом с ней же она там берет кобель, криво бежит, наверное, там одернем, там чуть-чуть. Да смешно вообще, настолько просто явно, я в шоке, это дороже. Предел на выставке творится. Какой ужас. Ураган. Неужели такая победа цена? Скажите.